Приветствуем вас на программе «Музыка души». Музыка. Она способна всколыхнуть в нас самое необыкновенное чувство, дать работу и сердцу, и уму. И несмотря на то, что американский композитор и певец говорил о музыке, говорить о музыке все равно, что танцевать об архитектуре, мы все-таки пытаемся о ней говорить. И более того, определяем своих людей, людей, которые нам близки, порой потому, какая музыка им нравится. Ведь музыка всегда несет в себе частицу души ее создателя, ее исполнителя, и, оживая, захватывает частичку души слушателя. И какова музыка, волнующая нас, таковы и мы сами. Программу «Музыка души» представляет Костромской государственный оркестр народных инструментов и специальный гость сегодняшнего концерта – заслуженный артист Республики Карелия Михаил Тоцкий. В качестве солиста Михаил Тоцкий исполняет музыку разных стилей и эпох, является большим поклонником и автором танго-программ. Он является лауреатом международных и всероссийских конкурсов, дирижером оркестра русских народных инструментов «Онега», солистом Карельской государственной филармонии и художественным руководителем музыкального проекта «Мелодии сердца», а также инструменталистом танго-ансамбля «Компанерос», талантливым аранжировщиком. Многогранная и плодотворная творческая деятельность отразилась в гастрольной востребованности музыканта. Михаилу рукоплескали концертные залы России, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран. Сегодня он играет на сцене Костромской филармонии. На Костромской земле Михаил не впервые, и, думаю, в зале есть немало поклонников его таланта. Михаил исполнитель-виртуоз, он владеет многими музыкальными инструментами, его исполнительское мастерство безупречно, а его любовь к своему делу и открытость к общению невероятно располагает. Музыка, которая сегодня будет звучать, выбрана для концерта именно им. И более того, немалая часть произведений им же и оркестровано в переложении для оркестров народных инструментов. Первый инструмент, с которым Михаил выйдет на сцену, бандонеон. И, конечно, говоря о бандонеоне, невозможно не назвать имя Астора Пьяццолы. Этот выдающийся аргентинский музыкант и композитор второй половины 20-го столетия, чьи сочинения в корне перевернули традиционные танго, представив его в современном ключе, ключе, который вобрал в себя элементы джаза и классической музыки, так вот он очень многое сделал для популяризации бандонеона. В этом концертном сезоне в 2021 году мы отмечаем столетие со дня рождения Астора Пьяццолы. Астор Пьяццола, адиос Нанино. Соло на бандонеоне. Заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий.
Астер Пьяццолла, «Милонга де Ангел». Thank you.
Астер Пьяццолла, фуга мистерио. Танцующие пары стали одна за другой останавливаться.
и смотреть на маленькую сцену. Где-то раздавались выкрики, что под это танцевать невозможно, но им вторили другие. Зато это надо слушать. Да, действительно, танго Пьяццолла можно и нужно слушать. Но танцевать тоже можно. Это вам сейчас докажут наши тангольеры Виталий Новиков и Анна Виноградова. Астер Пьяццолла, Виолен Танго. Играет Костромской государственный оркестр народных инструментов, дирижер Аркадий Тимофеев, соло на бандонеоне Михаил Тоцкий. Совершенно чудесная комедия с тонким вкусом и теплым юмором рассказывает историю любви простого почтальона Массима к местной девушке с того же рыбацкого острова. Уникальность в том, что
Чувства Массима очень глубоки, а вот язык подводит. А в присутствии девушки он и вовсе теряет дар речи и помогает ему преодолеть эту скованность и научиться наконец-то с возлюбленной общаться и добиться взаимности никто иной, как Пабло Неруда, нашедший в Италии убежище от чилийской диктатуры. В 1996 году фильм получил «Оскар» за лучший саундтрек к драматическому фильму. Луис Бакалов. Саундтрек из фильма «Иль Постино». Играет Костромской государственный оркестр народных инструментов. Соло на бандонеоне Михаил Тоцкий. Дирижер Аркадий Тимофеев. Thank you.
Мариана Морес, Тангуэра. Международный день танго. И эта дата не случайна. 11 декабря – это день рождения Карлоса Гарделя, короля танго. Как вальс начал свое триумфальное шествие по земному шару с появлением Штрауса, так и аргентинское танго обязано своим торжеством таланту Карлоса Гарделя. Гардель вывел танго из-под скромных сводов народных таверн, из дежурных баров и кабаре на концертную сцену. В этом году Карлосу Гарделю исполнилось бы 130 лет. Смотрите, как много танго-юбиляров у нас в этом концертном сезоне. А эпизод из фильма «Запах женщины», где слепой полковник Фрэнк Слайд, которого играет Аль Пачино, танцует под одной из самых известных композиций Гарделя «Паруна Кабеза», стал культовым. Это произведение мы включили свой концерт «Музыка души». Карлос Гардель, танго из кинофильма «Аромат женщины». Играет Костромской государственный оркестр народных инструментов, дирижер Аркадий Тимофеев. Thank you.
продолжит еще один инструмент-солист, замечательный инструмент аккордеона. Аккордеона была изобретена во Франции в 30-х годах специально для одной из концертных программ «Эдит Пиаф». Затем инструмент утратил популярность, чему способствовала мировая обстановка – война, затем трудное послевоенное время. И только в конце 20 века инструмент снова начинает завоевывать популярность. И все же это редкость. Их производят только во Франции. Инструмент, на котором будет играть Михаил Плотский, он был произведен тоже во Франции, на французской фирме «Марсель Труйон». И если так можно говорить об инструментах, то у аккордеона явный французский акцент. И давайте под удивительной мелодией прогуляемся в своем воображении по чудным французским улочкам. Борис Векслер, попурри на темы французских песен. Соло на аккордеоне Михаил Плотский. Thank you.
захотим узнать что-то, большее о Михаиле Ротоцком и наберем его имя в поисковике любого браузера, прежде всего он нам расскажет о том, что Михаил Ротоцкий – баянист-виртуоз. Мы в концертной программе уже услышали, как он играет на бандонеоне, на аккордеоне, и вот, наконец-то, в его руках появляется баян. Следующее музыкальное произведение написал также юбиляр Ришар Гальяно, которому в декабре этого года исполняется 70 лет. Heavy Tango. Thank you.
В этом году, щедром на юбилей, свой юбилей, вернее, вся наша страна отмечает юбилей классика советской музыки, советской песни Исаака Дунаевского. Исааку Дунаевскому мы обязаны такими светлыми и добрыми произведениями, что если нам вдруг захочется в минуты грусти и печали вновь поверить в этот мир, то, что он правильный, честный, искренний, стоит просто пересмотреть фильмы, где автором музыки является Исаак Дунаевский, да просто послушать его песни. И сразу же на душе становится легко и светло, и легче от песни веселой. Андрей Бызов «Приношение Дунаевскому». Играет Костромской государственный оркестр народных инструментов, дирижер Аркадий Тимофеев. Thank you.
говорят о патриотическом воспитании, о национальной гордости. Так вот, музыка, она без слов может нам в этом помочь. Есть расхожая литературная фраза о глубоких струнах человеческой души. Вот сейчас одно за другим прозвучат произведения, которые касаются как раз тех глубинных струн пресловутой человеческой души, которые отвечают за причастность к роду, к земле, на которой ты живешь, которая вскормила и вспоила тебя. И ты начинаешь чувствовать гордость за то, что ты рожден в этой большой стране, многонациональной, многонародной. И действительно начинаешь чувствовать, что ты любишь эту землю. Не потому, что не за что-то, а просто так, потому что она твоя родина. Виктор Власов, листок из одесского альбома. Соло на баяне Михаил Тоцкий.
Виктор Власов, «Праздник на Молдаванке».
Серов, «Варенички». Сделали все, что могли. Дай бог, чтобы он скорее поправился.
сегодня вам сидит дома. И на всем большой привет. Поздравляю с открытием сезона. Ну что ж, раз вы такие замечательные, а прием ваш такой горячий, пусть на этой сцене снова звучит танго. Ришар Гальяно, танго для Клода. Thank you.
Спасибо вам большое за ваш теплый прием. Пусть в вашей душе всегда звучат струны любви, струны нежности, струны страсти. И никогда не будут затронуты струны равнодушия. До новых встреч!